achieved with CryEngine 3. Года назад пришельцы Цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но корпорация Сел сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти, и быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. Сел застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Сел — не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной, во что я верю. Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать? Основные системы отключены. Начать процесс перезапуска. Майкл! Майкл, ты слышишь меня? Если ты слышишь это, ты знаешь, где меня найти. Я собираюсь убить его. Теряет себя. Что бы ни случилось в той сфере, его это потрясло. Убирайтесь из моей головы!
Я Альфа-Сеф. Ты становишься Сефом! Я Альфа-Сеф. Мы наблюдали галлюцинации, дежавю, ложные воспоминания, иногда признаки полного дистанционного расстройства личности. Войти в лабиринт и убить Минотавра. Thank you.
еще? Нужно. Я должен стать более сефом, чем сами сефы. Что ты тогда будешь делать? Почему бы тебе не встретиться со мной лицом к лицу? Мне нужно больше. Ожидается через 25 минут. Мы запустили необратимые изменения в нашей природе. Другого выбора не было. Мы должны были стать ими. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цены никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Ты пытаешься мне что-то сказать, да? Думаешь, зарядка нанокостюма не повредит тебе? Смотри сюда! Свободы на 8.
Но ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Где Иисус? Только взгляни на себя сейчас. Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Я покажу тебе, на что эта машина способна! Thank you.
развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Сейчас я покажу, на что способен.
Выбирайся оттуда! Я попал! Эта проклятая струя застряла! Майкл! Держись! Я тебя вытащу! Времени нет! Мы опоздали! Они прошли! Я тебя вытащу! Пророк! Барнс! Держись! Майкл! Костюм! Я не могу! Черт возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Чем ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк! Пророк! Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс! Держись! У каждого есть выбор! Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк? Барнс! Держись! Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Полная орбитальная аннигиляция.
Учебного лагеря нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок, но все же я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком. Меня.